Понедельник в искусственном отборе обсуждаем все самое свежее и дико актуальное. В интернете появился новый мини-сериал, который уже успел стать хитом просмотров. Это австралийский YouTube-фильм Danger 5, который состоит из 5 серий, каждая из которых длится всего 5 минут. Кстати, весьма интересно, ведь получился стилизованный под 60-е сериал про 5 разведчиков, которые охотятся на Гитлера. Да и правда напоминает бесславных ублюдков Тарантино в чем-то. Let's get straight to the biscuits. World War II. The Nazis are making their mark on Europe. Adolf Hitler wants to take the world and keep it all for himself. Hitler's days are numbered because Danger 5 are on the case. Get your gorgeous mouth away from me! You hit the woman! I hit a Nazi! Scouring the furthest corners of the globe to unravel Hitler's most sinister plans. Now it looks like Hitler is using the bullet. Danger 5 — это настоящий трэш и балаган, но именно поэтому к этому проекту такое внимание. Это история отряда элитных разведчиков, у которых есть задача убить Гитлера. Бесславные ублюдки по-австралийски — это Джексон из Соединенных Штатов, Такер из Австралии, Пьер из Франции и 2 девушки. Одна из них — Клэр из Великобритании, а вторая — Эльза, между прочим, из Советского Союза. Поэтому и нашему зрителю этот фильм будет очень интересен. Хотя бы для того, чтобы понять, как русских сегодня изображают в трэш-фильмах на Западе. На пути выполнения секретного задания бесстрашной пятерки придется пройти через огонь, воду и медные трубы, а точнее через динозавров-нацистов, человека-орла, голых женщин и японских роботов. Приключений хоть отбавляй. За 5 серий шпионам удается объехать весь мир и бывать в самых необычных экзотических уголках, например, в возвращенном антарктическом цирке фашистского врача Йозефа Менгеле или в смертельном казино Эрвина Роммеля в пустыне. Ну и самый, как говорят, коронный номер — это переодевание в танцовщиц при попытке заманить Гитлера. Но удастся ли им достичь цели, пока непонятно. Надо смотреть сериал, который называют одним из самых оригинальных сетевых проектов года. Кстати, супергерои — это любимая тема режиссера сериала Дарио Руссо. Например, до этого он прославился юмористическим фильмом «Итальянский супермен». Теперь вот взялся за разведчиков. И, похоже, на этот раз у него получилось даже лучше.